меня такая небольшая история, на самом деле, она последовательно относится к тому, что говорил Вася, то есть я, конечно, буду говорить о нас в интернете в глобальном плане, но больше хотел поговорить о том, что вообще такое информационная безопасность для частных лиц в современных условиях. Потому что понятно, что родилось все это дело, с одной стороны, из недр корпораций, которые плавно, перемещая свою деятельность в цифровую электронную форму, стремились в том числе обезопасить деятельность от вмешательства посторонних, в том числе зачастую государственных структур. А с другой стороны, от государств, потому что, естественно, государства были значит, немножко другие. С одной стороны, обеспечить нераскрываемость той информации, которая вращается внутри соответствующих институтов, а с другой стороны, обеспечить контроль за обменом информации с членами гражданами. Самым радикальным образом это осуществлено в Китае и в Иране. Про китайский фейербол, я думаю, что примерно все примерно знают что-то. А в Иране просто запрещено обмениваться данными по шифрованным каналам связи. То есть фактически, ну я позже что-то скажу, чем это чревато, чем это грозит. Вначале будет немножко унылой теории, очень немножко. Постараюсь ее рассказать максимально жизненно и приближенно. Так, собственно, в основе любой информационной безопасности лежат три положения об информации. Ну, достаточно не говорить в основном цифровой информации. Первое – это то, что информация должна быть доступна ее владельцу. Информация должна быть целостной, то есть то, в каком виде ее владелец создавал и редактировал без вмешательства действий посторонних лиц. Голос выглядит. Меня что ли? Вот это? Да, извините, это меня. Сейчас я ее загашу. Я не знаю, что у меня нажало в кармане куда не надо. Продолжим. Здесь, наверное, надо пояснить. В основном, конечно, вопрос о целостности информации – это всяческое передергивание на уровне обмена данными именно корпораций и государства. Часто это касается меньше, но в качестве примера можно вспомнить популярные шифровальные вирусы, которые теоретически делают вроде бы информацию вашу доступной, но фактически для того, чтобы ее получить, ну, для того, чтобы ей воспользоваться, вам нужно ее расшифровать. Обычно предлагают заплатить некоторое количество денег автору шифратора. Примерно в половине случаев, сделав это, ничего не получится. А дальше. И последним основой информационной безопасности является ее конфиденциальность. То есть доступность тем лицам, которых, собственно говоря, обозначил таковыми владельцами информации. Значит, любая угроза любой информации основывается на этих трех, в общем-то, вещах. Это либо недоступность информации, либо нарушение целостности, либо нарушение конфиденциальности. Теперь, что касается следующего понятия, которому период данной научной дисциплины, это объект информационной безопасности. Собственно, объект информационной безопасности сразу является, например, вы. То есть информация о вас. Есть такой специальный закон, номер, по-моему, 152, если не в память, о защите персональных данных, который определяет то, как теоретически государство должно заботиться о том, чтобы информация о вас была доступна необходимым государственным институтам, а не была доступна всем, кому попало. Ну, суровая реальность получается не совсем так, не совсем по-разному. Вот, да, с точки зрения этого закона, объектом информационной безопасности является. С точки зрения безопасности в интернете, о котором мы в основном сейчас говорим, ключевых объектов информационной безопасности можно назвать три. Первое – это ваше рабочее место. Макс, привет. То есть тот лаптоп, с которого мой коллега сейчас работает, или тот домашний компьютер, с которого работаете вы, или тот, например, смартфон, с которого вы вместе переписываете социалочки, и так далее, и тому подобное. Следующим объектом
информационной безопасности является, собственно, канал передачи данных между вами и тем информационным ресурсом, на котором вы осуществляете свою общественную деятельность. И, собственно говоря, третьим таковым объектом является тот самый ресурс, на котором вы ее осуществляете. Тем или иным, то есть в рамках которого создаете, например, контент. То есть это может быть социалочка, куда вы постите, комментите, лайкаете. Это может быть сайт 1917.com, который вы тем или иным способом загружаете ваши статьи или фотографии. Это может быть, кстати говоря, инстант-мессенджер, в котором вы переписываетесь с товарищами и обсуждаете с ними какую-нибудь свою социальную активность. Ну и, в общем, дальше примеры можно взять по вкусу. Давайте я предлагаю рассматривать просто каждый конкретный объект защиты с точки зрения трех ключевых видов угроз. Соответственно, но на основании сопоставления объекта защиты и вот этих вот трех основ информационной безопасности сочиняются все, что называется угрозой информационной безопасности. Любое описание любой угрозы информационной безопасности, оно состоит из, собственно, что, то бишь объекта, как, в смысле, какую из частей нарушили, и какой, на каком объекте, какое нарушение и как осуществлено. Собственно, последнее «как осуществлено» — это то, что называется уязвимость. То есть то свойство вашего объекта информационной безопасности, которое позволило ее осуществить. Я могу, например, привести самый банальный жизненный, как называется, пример. Расположение вашего компьютера в вашей домашней квартире осуществляет угрозу доступа к информации у вас в случае, если к вам придут сотрудники полиции с обыском и изымут данную домашнюю машину. Ну, собственно, мы начали с первого объекта, собственно, с вашего рабочего места. Это такой самый простой очевидный пример. Как от этого защититься? Есть идеи? Зашифровать данные. Прекрасная мысль. Ну вот начнем как раз с этого, собственно. Первый вопрос. Нужно ли шифровать данные? Потому что есть такая популярная легенда о том, что все равно, чтобы не шифровал данный конкретный пользователь, любая организация или служба, располагаясь следующими ресурсами, может их расшифровать. И отсюда возникает вопрос, надо ли это делать и зачем? Это вопрос очень легко ответить. Расшифровка любых шифрованных данных, особенно тех, для которых в открытом виде отсутствует ключи шифрования, не буду рассказывать теорию криптографии, опять же, кому это более подробно интересно, я думаю, что можно взглянуть, просто иначе мы не уложимся ни в какое время для семинара. Просто исходим из того, что для любого шифра есть ключ, который составляется вот тем, кто использует шифр, хранится либо у него, и может передаваться тому, кому предназначена данная информация, в том числе для... Вот если вы не имеете этого ключа, то расшифровать данные, зашифрованные известными алгоритмами, на порядке дороже по использованию людей, денег, техники и всего остального, чем если вы имеете дело с тем, что хранится так или иначе более-менее открытым. То есть, да, можно шифровать. А если именно ты применит электрошокер? Нет, дело в том, что когда у вас запаролен телефон, вы просто подбиваете. Давай. Я коснусь вопроса терморектального криптоанализа. Я коснусь отдельно, Миша. Сначала, значит, вот том вообще. Есть различные средства шифрования информации. Какие не нужны? Первое – это не нужно применять платные средства шифрования, которые были непонятны, защита которых была непонятна кем взломана. Я думаю, что это, в общем, очевидно. Почему? Потому что, условно, это
во-первых, это очень неправильно, во-первых, само по себе очень неправильное средство шифрования, а во-вторых, вылупляйтесь в то, что в какой-то момент та же самая программа, которую вы шифруете вашу папочку с конфиденциальной информацией, решит обновиться и скажет: ой, да вы же меня пытались взломать, да вы же не хороший человек, а давайте я вам тоже не дам доступ. Ну, второе, чем не стоит шифровать данные, если угроза исходит от, так скажем, правоохранительных органов, а не от каких-то неизвестных злоумышленников, это не стоит шифровать тем, что официально сертифицировано на территории России. Почему? Потому что любая лавочка, вне зависимости от того, находится она за океаном, в Сан-Франциско или в городе-герое Москве, для получения сертификата на средства шифрования, а это у нас сертифицируемый и, по-моему, даже лицензируемый вид деятельности, обязан предоставить все свои исходные коды, ключи и другую интересную информацию, ну, как минимум, либо ОВСТЭК, либо ФСБ. Ну, в зависимости от того, чей сертификат и нужно получать для каких задач. Соответственно, все, что вы ей шифруете, в сложившейся ситуации придется подтвердить. То есть, например, если дело происходит в отделении милиции, там с ней ничего не сделать не смогут. А если ваш компьютер отъедет чуть подальше, ну, то есть, на самом деле, как показывает практика правоприменения, сложность следственных действий, ну, вообще, выполнение следственных действий определяется, во-первых, стоимостью, а во-вторых, значимостью вас как последственного и свидетеля для кого-то там еще. Ну, то есть, если вы, условно, проходите по статье о терроризме, это одна история. Если вы проходите, там, не знаю, статья «Использование лицензионной винды», это совершенно другая история. Вероятность того, что вас что-то будут шифровать, крайне мало. Еще раз повторяю для камеры. Я не призываю никаким подобным действиям. И я напомню, что у нас лицо, в том числе и то, в отношении которого совершается следственные действия, является невиновным до признания его такового судом. И совершенно не обязана действовать против себя, в том числе и в косвенном виде, держа какие-либо данные, подтверждающие его участие, возможное участие в каких-либо противоправных действиях. Возвращаемся к нашему рабочему месту. Что у нас бывает еще? Еще у нас бывает, естественно, угроза потери данных посредством воздействия всяческого нехорошего вирусного гамма. Коллега из доктора, к сожалению, сегодня не дошел, то ли библиотеку не нашел, то ли просто забыл, не знаю. Может, мы это учим, потому что начал трогать. Есть популярная идея о том, что получить себе на рабочее место какую-нибудь вирусную, вы можете посещать так называемую зону риска. На самом деле это не так. Уже давно. Получить это вы можете, условно зайдя на любой сайт, владелец которого не обновляет вовремя свои там WordPress, Bittrex, любую другую помойку, на основе которой он делал свой волшебный информационный ресурс, и там давно гнездится много всего интересного. Например, была печальная история, что у одной организации существовал открытый сервер, работающий по очень безопасному протоколу. В какой-то момент, с нашим присмотром, буквально за полгода он занялся много чем интересным. Там были майнеры криптовалюты, и шифровальщики, и многое другое. Получилось нехорошо. Далее, наверное, будет очень вопрос, нужно ли жить на компьютере эти вирусы. Есть мнение по этому поводу? Нужно ли держать? Да. Ну, как бы очевидная идея о том, что если существуют страшные противные программы, портящие вам информацию, наверное, от них нужно ставить эти вирусы. Ну, логично. Что? Логично. Не совсем. Это когда вопрос был. Что? Как вопрос с подвохом, даже, но так не спрашивал. Ну,
Меня интересует, так сказать, мнение аудитории и то или иное популярное на информацию, которая доступна не специалистам. Так это пользоваться антивирусными программами, несомненно, стоит. А вот держать их постоянно у себя на компьютере далеко не всегда. Если кто смотрит новости, наверное, слышали историю про скандал с лабораторией Касперского и Соединенными Штатами. Что там было? Там было примерно следующее. Это из англоязычных источников, я не знаю, как там переводили на русский. Подрядчик, агентство национальной безопасности. Агентство национальной безопасности США активно использует труд подрядчиков. Это разной степени негры, связанные каким-либо договором с ними, которые выполняют для них определенные услуги. Ну там, по разработке программ, по какой-нибудь аналитике. Всему, что угодно, так, чтобы штат был максимально компактным. А расходы министерства максимально непрозрачны. Решил забрать на каком-то внешнем носителе себе домой, чтобы поработать. Интересно. И стоящий в его дома продукт лаборатории Касперского радостно упаковал то, что у него было в этом носителе, и отправил в лабораторию Касперского. Мы не можем сказать, что у него там находилось и насколько законным являлась деятельность данного подрядчика. Ключевой вопрос в том, что антивирусная программа, установленная на вашем компьютере, может неожиданно для вас упаковать что-нибудь, что еще лежит у вас на компьютере, и отправить это нам посмотреть разработчику, например, разработчику. Еще интереснее обстоят дела с так называемыми бесплатными антивирусами, там, я не знаю, Авира, Аваст, еще такие странные вещи на букву А. Их я вообще не рекомендовал ставить, в принципе, от слова совсем. Потому что разработчики этих антивирусов, условно говоря, зачастую используют ваши рабочие места просто для, бесплатных версий, для сбора информации о вас. Какой-нибудь важный там в коммерческих целях. В том числе и для сбора потенциально интересных им по определенным механизмам, назовем сигнатуром, файлов себе дал. То есть любители там, не знаю, ломаных компьютерных игр, наверное, как-то уже это осознавали на себе, когда скачивают что-нибудь откуда-нибудь, внезапно взлезает на антивирус и говорит: ай-яй-яй, у вас злобная угроза. Давайте мы ее быстренько заберем. У вас такая обожает. Собственно, о чем мы речь. Более того, в винтах, начиная с, по-моему, 8-х, есть, собственно, встроенный антивирус. Он, конечно, скорее чистых людей. Windows Defender, да. 7-й, да. Наверное. Уже есть. Он многие дни был включен по умолчанию. Он не везде, да, так код там обновления. В принципе, наверное, говорят, что-то совсем неприятное. Что касается всего остального, у более-менее приличных производителей антивирусов, собственно, это у нас тот же Касперский, какой-нибудь там Trend Micro, что-нибудь еще, обычно валяется что-нибудь, что можно скачать безвозмездно и разово просканировать систему на предмет какого-нибудь говна. Вот это рекомендуется периодически делать. Понятно, что в этот момент чего-нибудь, чем вы не желаете делиться с разработчиками этого антивируса, вас на компьютере быть не должно. Вот так, в принципе, обстоит вопрос держанием у себя антивируса. Могу сказать, что всегда лично я его дома не держу, потому что он у меня определенно есть на работе. Тот, который разрабатывает моя работа. И плюс, да, там, условно, я могу скачать какое-нибудь бюрократическое приложение, предварительно заблокировав все, что можно, или вообще отключив машину от онлайн, и загнать его на проверку.
никому не управляется, это, наверное, полезно. Можете узнать своем компьютере много нового. Что с вами в компьютере? Узнать о своем компьютере можете узнать много нового. Ну, например, когда я работал в одной маленькой строительной компании, у меня был интересный вопрос, когда я обнаружил на их центральном сервере майнинг биткоинов. Это курение персонажа директора, типа Артем Сергеевич. Привет. Это не твое? Нет. Тогда я даже. Ну, мало ли. Человек скучно, в незагруженное время помайнить решил. Ну, бывает. Вот. Хотя, казалось бы, там не прямого сетевого опыта. Нет. Есть понятно, что с твоего сервера никто по там, странным сайтам не ходит. Никто не будет, тоже не получили. Собственно, что касается рабочего места. Пароли. Имеет ли смысл паролить компьютер? Паролить вход в систему смысла нет примерно никакого. Это, условно говоря, защита честных людей. Это от того, чтобы, условно, ваш, там, не знаю, ваши товарищи во время совместного распития алкоголя содержащих напитков не пытались отправить с вашего компьютера письмо куда-нибудь, там, я не знаю, терроризм наш нет, пейте йогурт. Например, на адрес там. На ящик доверия. Ну и по-другому попрекалось. В принципе, парольная система существует примерно для этого. На телефонах тоже стоит? Сейчас скажу, по телефону обидно. Ну вот, собственно говоря, более интересной вещью является парольная Windows. То есть вот на том экране, который у вас предшествует загрузке системы, у вас есть возможность на кнопочку Delete или вот в зависимости от компьютера, и вкладывать туда пароль на вход. Это, в принципе, ломается немножко посложнее. Что такое? Просто если пароль не связывается с сбросом вируса, а пароль системы легко убирается только в Windows. Windows это штатно убирается в single mode, а вот как ты сломаешь мак, у которого пароль на вход и зашифрованный с раздел, я не знаю. А такого я не слышал. Я думаю, что Windows жесткого диска. Он зашифрован. Время, причем. Штатный механизм шифрования. Содержимое всего раздела вообще. Ну вот, спасибо за консультацию, просто с макосами я работал меньше всего из всего вышепричисленного. Так подозреваю, что на каких-то сборках Linux есть возможность сделать примерно то же самое. Это такой вопрос о том, чем можно пользоваться, если вам совсем важно от всего защититься. Что касается Mac, я подозреваю, что люди, которые имеют право его искать, просто обратятся в ближайший Deep Apple или в представительство Apple с предложением передать им добровольное подшифрование. Deep Apple, который ныне Secret Service, слал ФСБшников, показывая вот такую пачку нормативов, которые должны соблюдать по контракту сервисного с Apple. Уже, скорее всего, учитывая... Ну, мне Денис Щеглов рассказывал, что они плохо. Смотри, я думаю, что как только у нас появятся все законные акты к пакету Яровое, они не будут иметь возможность это делать. Пока я ничего не знаю. Я же говорю, пока, я скажу, что пакет Яровой, вот что касается шифрования, оно примерно так. И пароли на все, что такое. Теперь мобильники. Что касается мобильников, тут все немножко проще. Есть механизм. У них существует пресловутый пароль. У них существуют всякие там сканеры отпечатков пальцев. У них существуют и, в общем-то, наверное, графический. Проблема в другом. На мобильнике там можно найти, ваш, там, не знаю, колл-лог, такого звонков. Можно выбрать смс-ки. В целом для этого не всегда нужен пароль. У кого аппараты на операционной системе Android, как ни странно, я не очень рекомендую их рутовать и переключать всякие режимы разработчиков и прочее подобное. Если вам для чего-то нужно сделать, например, с целью перепрошивки, выключите все обратно.
там, не знаю, разблокировать загрузчики, делать очень подобные вещи, потому что в такой ситуации вы в случае там, потери, изъятия, кражи и прочего мобильника очень сильно облегчаете жизнь тем, кто заинтересуется его содержанием. Что еще добавить? Еще в любом другом случае, скорее всего, выгребать все это дело придется методами сервис-центров. И Deepurple занимается айфонами или нет, я не помню, Максим. Еще раз. Айфонами Deepurple занимается? Естественно. С информацией сложнее. Они считывают с убитых телефонов, если есть, ну, если работает с мать, а если там какие-то проблемы с шифрованием, то не знаю, делать они с этим что-то, или просто шифруют. Какой кейс, я от них не слышал. Я могу сказать, что, например, на зашифрованном планшете компании Samsung, который мне как-то раздали на гостиную информацию, мне не очень удалось это сделать, там, на просто 15. Ну и опять же, по-моему, сейчас на Android есть всякие средства шифрования информации. Как правило, такие же, как с большими компьютерами. Не пользуйтесь ломанными, не пользуйтесь сертифицированными в России. На смартфоне есть социальные сети, они могут начать контр-игру. Ну, просто расписывай всем твоим товарищам, куда им прийти, что сделать. Значит, что касается вирус, нет, для... Нет, просто отнять у тебя, как бы просто. Во-первых, если у вас на смартфоне стоит приложение социальных сетей, людям, которые, если мы имеем дело с следственными органами, намного проще будет запросить все, что вы делали с своего смартфона, если это ВКонтакт, например, Mail.ru Group, они с ними радостно будут сотрудничать. В лед. Это первое. Чем выгребать это дело из... далее, что касается приложения... Ну, решение просто поставить приложение в социальных сетях. То есть любое приложение любых социальных сетей, стоящих на смартфон, собирает у вас много-много всего интересного. Да. Вплоть до того, что мне товарищ рассказал, изменилось, обратил внимание, у их работы предложенных друзей. Теперь не предлагаются те, чьи номера есть в книжке. Даже если общих контактов там один или нет. Ну... И вот это мне очень понравилось. Ему стали прилетать, он много сохраняет номеров клиентов, ему стали прилетать предложение подружиться с клиентами, которых он видел в жизни. Что касается еще приложения на смартфон. Приложение на смартфон обычно задает крепость. А разрешите мне доступ к телефонной книжечке? Разрешите мне доступ к геолокации? Фоточка. Геолокация без них есть? Что? Геолокация не без контакта есть? Да они значит доступ, да? Нет, доступ к данным геолокации. Геолокация на низовом уровне занимается проверкой вашего смартфона. Дальше, если у вас там Android, она этим может делиться в Google. Особенно если вы разрешили это делать, если не разрешили, то решением данной ситуации иногда помогают какие-нибудь кастомные проекты, где навязчивый сервис отключен, но я, кстати говоря, не знаю, сдох ценный агент, насколько это вообще актуально. В целом, конечно, иногда их имеет смысл ставить. По последним данным, менты пытали задержанных, требуя пароли. Так, про термин криптоанализ я обещал рассказать отдельно. Я напомню... Далее. Что касается еще приложений на смартфоне. Ну, соответственно, можно не привязать смартфон к плоской учетке. Когда даже не нужно. Можно и вообще не делать. Например, если вам очень нужно, там, не знаю, есть марки, то вам какой-нибудь Амазона, есть маркет 4PDA, в котором вы можете подключить приложение, не вешаясь на Google. Это тоже, в общем, такой их довольно простой. В принципе, Google в этом плане сомнительно опасен, потому что
возможности запросить информацию посредством вот этой организации довольно мало, потому что официального Гугла в России нет. Ну, в смысле, что? Я имею в виду в плане технического представительства. Они ничего на территории России не хранят. Или хранят там условно арендовали где-то что-то, где хранят что-то для того, чтобы не заблокировал Роскомнадзор. Забыл, резервное копирование. Собственно, есть проблема, с которой, кстати, известно, может быть, многим Леша Маяков в свое время столкнулся, общение с правоохранительными органами, учитывая в том, что если к вам пришли с чем-то с обыском, вас, скорее всего, изменят. Это приведет, скорее всего, внезапно. И это, вернут его вам через некоторое, даже ну, если вы ни в чем не совершали ничего противоправного, вернут вам его через некоторое время, возможно, не в том виде, в котором его отдавали. Ну, потому что по итогу проведения следственных действий что-то, возможно, пойдет не так. На 10 случаев, когда их возвращали не таких, ни одного, когда их возвращали в исходном состоянии, из тех, что я знаю. О чем речь? В любом случае, все эти месяцы, пока он над ним будет содержаться следственные действия, наверное, будет очень грустно и одиноко без ваших текстов, фотографий, чего-то еще полезного, чего он там хранит. Что? Вопрос. А в некоторых телефонах есть такая опция дистанционное удаление. Если ты потерял телефон, ты можешь удалить дистанционно. Mm-hmm. Это, правда, если есть случаи, если там не режим полета и так далее. Насколько это действенно? Если из него вынут сим-карту, то, в общем, если из него переключение после этого вынут сим-карту, то, в общем, вам это не поможет, наверное, никак. Потому что получить сведения о том, что вы его хотите зону ударить, не сможете никаким образом. Mm-hmm. Все равно эти данные надо получить либо по сотовой сети, либо по Wi-Fi. Больше никак. У него никаких других физических свойств. Ну, если там, не знаю, если вы не находитесь за стенкой и пытаетесь инициировать действие через Bluetooth, то я сомневаюсь, что это реализовано пока что. Сбросить настройки в последний момент поможет? Киньте его из октавера этого этажа, это поможет лучше. Кстати, да. Точно так же, как в грибах, самый лучший способ не отдавать там, не знаю, данные сторонним людям, вломившимся к вам в дом вместе с компьютером, пожелавшим его правомерно изъять, сделать то же самое с компьютером. Ну или хотя бы жестким диском. Вплоть до того, что в некоторых организациях ставят специально обычный пиропатрон, который просто уничтожал диск физически. Кто дружит с химией, welcome. Если будут какие-то инновации, можно чуть получить на Кикстартере. Соответственно, есть смысл иметь резервную флешку в дальнем углу, которая может быть... Желательно не этого помещения. Еще можно иметь, например, многие облачные сервисы сейчас, например, позволяют вообще не хранить данные на жестком диске. Ты их разово получаешь по запросу, вносишь туда изменения, дальше они... Скорее всего, правда, все равно хвост от них какой-нибудь на диске останется, но... В тупую не получится. Что касается облачных сервисов, давайте скажу. Облачные сервисы, зарегистрированные в России, типа того же облака Mail.ru, или же обязаны, опять же, по списку эти данные о вас выдавать. Облачные сервисы, существующие за пределами России, а еще лучше зарегистрированные на кого-нибудь не резидентов России, естественно, запрос присланный из России, скорее всего, будет подальше. Особенно в последнее время. Ну, по понятным причинам. То есть, если у вас есть знакомый резидент иностранного государства, можно просить его зарегистрировать что-нибудь на каком-нибудь Амазоне или чем-нибудь еще. И регулярно ему за это как-то и там отстегивать разводом большую материальную помощь за это дело.
Вы не совершаете ничего, при этом ничего противоправного. Может, как я говорю, вашему другу за границу, естественно. Он не совершает ничего противоправного, потому что расширил папочку на Амазоне. Ну и опять же, в случае того, что с вами что-то случится, вообще хорошо, если у кого-то не сильно фигурно с вами есть резервный, но есть резервный анализ, хотя бы сбросить пару машин. Тогда, в общем, термолекторный криптоанализ в отношении вас можно будет применять сколько угодно, это, конечно, проблема. Вот. Ну, просто сведения, которыми вы передаете, скорее всего, не, никак не помогут тем, кто угодно там совершает. Далее. Ну, наверное, можно приходить к каналу передачи данных. Давайте к вопросу. Про рабочие места. Я отдельно ничего не говорил про компьютеры, которым вы пользуетесь там на работе, в учебном заведении и так далее, просто потому что я решил, что если будут на эти вопросы, то лучше будет на них отвечать. Министерство обороны сейчас запретило все всем, только смартфон еще не успел. И ввело собственную почту. Экзотические конструкции, где все письма присылаются тебе на компьютер, как бы на сервисе исчезают в автопилоте. Вот. Нас-то всех больше интересует возможность Министерства обороны следить за своими сотрудниками. Я думаю, что возможность слежения за своими сотрудниками Министерства обороны, в принципе, хватает некой текст электронной почты. Как известно из истории этой и других стран, самым лучшим способом слежения Минобороны за своими сотрудниками является стук соседа. Безотказно, полезно, не всегда актуально, не требует больших материальных вложений. Все, что касается кибервойн и технических средств, я думаю, что для контроля за своими это скорее вторично, то есть это скорее больше идет в области исполнения плана, чем в каком-то реальном применении. Ну, то есть понятно, что, конечно, мы запрещаем военнослужащим пользоваться смартфонами. И то, по-моему, там какие-то ограничения просто использования смартфонов, то есть там не рядовом. Вот это в чем дело? В ракетных войсках там пожестче все-таки дело. Я вообще не знаю, если там служащий срочной службы. Сейчас просто. Если вы служащий контрактной службы, то, скорее всего, вместе с контрактом эти войска, вы подписываете что-нибудь еще. Если у вас гостайны, то это совсем другая история. В рамках этого семинара я думаю, что лучше не стоит, потому что если у вас допуск гостайны, я вообще никогда буду заниматься какой-то общественной деятельностью сомнительного характера, как бы либо крестик, либо все остальное, потому что риски возрастают на несколько порядков. Ну и скорее всего придется самим придумывать, как сочетать одно с другим. Я думаю, что в рамках нашего семинара в общественном месте не очень интересно обсуждать. Тем более, учитывая последние законодательные изменения, у нас сейчас наказуемо не только сознательное действие, повлекшее нарушение гостайны, но еще и недопущение требуемых мер по ее защите. Что в переводе на русский язык значит? Что включил смартфон геолокации в секретном месте, сам виноват, сам пойдешь на трибунал. Ну или там, гражданский, штатский. Вот так, перейдем к каналу света. С каналом света, на самом деле, все очень просто. У нас с прошлого года вступил в силу так называемый копировой бой. На самом деле это поправка состоящая, собственно, несколько поправок в уголовном кодексе, трех, по-моему, статей, и некоторое число поправок с этого средства. Если вкратце, любая нешифрованная информация, которую вы отдаете вашему интернет-провайдеру, в
ваш интернет-провайдер обязан хранить в течение как минимум, как максимум полугода, не менее, по-моему, там, и предоставлять по любому свистку, не только по решению суда, как это было некоторое время назад, но и по любому свистку, ну, в данном случае, скорее всего, следствие. Это исключает ситуацию, которая была ранее, поскольку ранее, например, провайдер, которым я работал, Филипп, если ты будешь смотреть это видео, привет тебе, на предложение что-нибудь ему предоставить за информацию, которую пользователей, предлагал, с одной стороны, пользователю приехать и заключить с ним письменный договор, ну, поскольку не работал в публичной оферте, а с другой стороны, государственный орган просил, например, решение на предоставление данной информации. Потом это перестало работать сначала. Сейчас, в общем-то, требуется письмо следственного комитета. Ну, соответствующего вида. Что? Чем это чревато? Ну, во-первых, я настоятельно не рекомендую проявлять какую-либо нездоровую активность на любых веб-сайтах и других информационных ресурсах, в заголовке браузера которого вы видите четыре буквы вместо пяти. HTTP вместо HTTPS. Это эти четыре буквы вместо пяти обозначают то, что данные, которые вы передаете этому сайту, передаются там в совершенно открытом виде, и на всех узлах связи, через которые проходит дорога от вас к этому сайту, могут сохраняться и использоваться в дальнейшем. Далее, из информации, которую также будет у вас выйдет, например, IP-адрес, которого вы совершаете действие в данный момент времени. Что там у нас еще? Сейчас, в общем-то, почти все, начнем с электронной почты, почти все программы электронной почты, например, тот же, ну, по-моему, имеют встроенные средства шифрования. Для тех, кому этого мало, есть такая вещь, как OpenBGP. Очень рекомендую, ну, как бы, к этим вопросам, когда вы читаете, ознакомиться. Что касается электронной почты, ну, естественно, рекомендуется пользоваться публичными сервисами, имеющими услугу поддержки и канал общения с кем не надо. Что касается самого простого варианта, является, собственно говоря, та же самая аренда, даже использование почтового сервиса, арендованного кем-то из резидентов России для вас, у какого-нибудь зарубежного провайдера. Опять же, пока делать так, не совершаем ничего противозаконного, по крайней мере, среди резидентов России. Если вы не используете это для какой-либо незаконной деятельности, вы спокойно говорите, что вот вы опасаетесь за тайные переписки, поэтому так делаете. Что касается средств анонимизации и, ну, трех букв. Средства с трех букв. Первое средство с трех букв, то второе средство с трех букв VPN. Опять же, их использование напрямую пока что является законным. Их использование для совершения законной деятельности является доказательством, одним из доказательств совершения вами самой незаконной деятельности. Что касается VPN, я думаю, что, условно говоря, это возможность шифровать данные между вами и определенным узлом. Наверное, сочетание VPN до одной точки и использование Tor через VPN-туннель является в данный момент самым эффективным скринингом, да, конфиденциальности трафика. Макс, есть что добавить? Что у нас сейчас с публичными VPN?
Ну вот прямо сейчас мы на обсуждении не обсуждаем. Я коллеге говорю, что имеет смысл поставить в Москве точку входа, которая будет набрасываться до Европы и выходить в Амстере. С учетом того, что они будут принадлежать сервискому и будут передаваться через их интернет сеть, все это будет обязательно с точки зрения пакетов, шифрования, проходить транзитного канала. Он мне говорит, что да ну нафиг, мол, давай сразу в Амстере. Но это с точки зрения передачи. А именно нескрываемости, ну, да вообще имеет смысл поднимать свой VPN от роутера домашнего. Я где-то на канальчиках. Типа, носите с собой микротик с настроенным VPN, который будет подключаться к вашему сервису. Сейчас я перейду на русский язык. Да. Некоторые устройства, которые используются для раздачи интернета в домах общего пользования, точнее частного пользования, имеют такое свойство, как, собственно, установка Bentonic. Вместо микротика можно будет компьютер с мерсопом VPN. С такой программкой. Микротик — это, собственно, прибалтийский производитель маршрутизаторов, который, в общем-то, представляющий такие вещи на вполне меняемые деньги. Еще раз по-русски. Что, микротик? Нет, вообще всю систему. Значит, передача трафика от машины до VPN-сервера не так хорошо, как, ну, все равно VPN-подключение, да, по-моему, шифруется. Uh-huh. Плюс креды и всякое. А установка сессии от машины до робота, чтобы уже от робота установлена VPN-сессия шла до VPN-сервера, где-то делать, это гораздо лучше. Потому что не связано с ним, да? Еще лучше, чтобы полная защита, еще шифровать так. Компьютер, да, нет, на самом деле, если на локальной машине будет пользоваться Тором, и при этом подключение вас к ближайшему Тор-узлу будет считаться через шифровальный модуль на вашем роутере или шифровальный клиент, ну, VPN-клиент на локальной машине, в общем, это будет давать сильно интересный результат. Точнее, не давать результат. Там есть технический нюанс о том, что перед тем, как войти в ТОР, информация открыта. Ага. Есть публичная информация о том, что информация о том, что вошли в ТОР, также является открытой, да. Факт входа в ТОР не является противозаконным, напоминаю. Но факт пользования ТОР может являться дополнительным как подтверждением вашей виновности. Извините, очень противозаконным деянием. То есть, исходя из логики, что приличным гражданам в Даркнете делать нечего. Ну, Тор не работает. Используя Тор не работает Даркнет, вообще-то у нас, в общем-то, в Тор зеркалится куча вполне легальных сайтов. Ну, условно, ты можешь сказать, что у вас там какая-то горимая домонетка, и ты не хочешь, чтобы твои личные люди знали соседи. Имеешь право? Ну, да, ну... Нет, у нас это, я только понимаю, что это вообще не является нелегальным. Ну, условно говоря, например, если у тебя на жестком диске компьютера нашли текст экстремистского содержания, который неожиданно для всех оказался на сайте Кавказ-центра, который, как известно, сейчас, по-моему, отправился как раз в том, что его закрыли примерно везде. Они совпадают по букве, да? Плюс у тебя на компьютере обнаружили следы пользования Тором. В принципе, я думаю, что даже самому технически неграмотному судье, а скорее всего экспертизе, которая будет проверять ваш компьютер, будет достаточно очевидно то, что как-то оно крякает как утка, плавает как утка, летает тоже как утка. Наверное, это утка. Если каких-то компонентов не будет, то есть там текста там, текста здесь, как бы ситуация будет сильно более вынужденной. Нет, так правильно я понимаю, что, допустим, даже показывать Тор, если даже человек использует Тор для доступа к каким-то запрещенным ресурсам, это не является само по себе преступлением. То есть, ну и даже у нас не является наказуемым никакой доступ ни к чему, кроме сведений, содержащих только стайк. Ну да. То есть, в принципе, вы можете читать любой экстремистский материал.
вы не можете его распространять. А сохранять? Смотри, куда? Ну, публичное облако лучше не стоит. На свой компьютер, который потом скроет ФСБшники. И что? Ну, наличие какого-либо экстремистского материала у вас на компьютере может являться сопутствующим обстоятельством к чему-то, что там, ну, условно говоря, если у вас на компьютере нашли биографию Гитлера, и вас обвиняют в поджоге Рейхстага, скорее всего, ничто не будет выдавать вас советского разведчика. То есть, сама по себе это не является исполнением? Нет. Так, что касается, отдельно скажу про канал мобильной связи. Это, наверное, важно. Для мобильников тоже существуют VPN-сервисы, существуют VPN-приложения, обычно привязаны приложения к сервису, обычно сервисы платные. Опять же, пользоваться сломанными вариантами приложений не стоит, потому что никто не гарантирует того, что сломанное кем-то приложение не отправит ваш трафик. Прямо на виде куда-нибудь. Проблема в том, что сейчас нешифрованная информация, болтающаяся в интернете в открытом виде, тоже является товаром. Собственно, это к тому, за счет чего существует вся эта волшебная индустрия, сидящая в интернете, делающая всякое хорошее. Причем она является товаром, ну, буквально для всех. То есть понятно, что это товар в оптовых количествах, то есть есть специальные технические средства, собирающие эту информацию. В том числе, условно, на какие сайты магазинов вы зашли, что вбивали в поисковики, какие картинки смотрели, и так далее. То есть, да, кстати, ТБ-запрос в общем случае является тоже, по-моему, у вас открытым данным, если вы не пользуетесь там всяческими торами и прочим подобным. В принципе, на основании привязки вашего IP-адреса к ТБ-запросу и как бы, какому-то событию, являющемуся правонарушением, в целом, может быть, готов лишним доказательством того, что вы явно в чем-то участвовали. Так, отсутствие такой какого-то занимательной этой привязки уже очень сильно облегчит вам жизнь. Ну или там вашему аппарату. Что касается отдельной мобильной связи. У нас, как вы знаете, сам по себе канал передачи данных HDCPA или LTE, кто чем пользуется, передает в шифрованном виде. С маленьким нюансом, что иногда это шифрование отключается. Это, кстати, касается еще и передачи голоса. Вот если вы увидите у себя на телефоне волшебный значок в виде открытого замка, это значит, что оператор сотовой связи отключил все возможное шифрование передаваемых данных. Это происходит обычно в каких-нибудь немассовых мероприятиях, приезда кого-нибудь и прочие моменты, когда сильна террористическая угроза, оператор сотовой связи хочет включить шифрование. Еще иногда в те моменты, когда просто куча людей собирается в одном месте и отключение шифрования немножко снижает нагрузку на сотовую. Ну, соответственно, как, не рекомендую в эти моменты совершать ничего бессмысленного. Для того, чтобы быть бессмысленно остановить. В смысле в эти моменты? Подождите, фильтруется, причем условно голосовой трафик уже ГУД-3, поэтому все замечательные люди, которые занимаются странными делами при не используют эту связь в принципе. Я не про странные дела в данном случае, опять же повторяю. У нас как-то социальное место, вы не обсуждаете здесь нелегальную деятельность. Я вроде как... Я, может быть, контекст пропустил. То есть, в принципе, использование ключевых слов в голосовом трафике срабатывает. Потому что он рефлектируется же Сормов, там уже который год третий, да? Что Сормов? Сормов много лет. Это ГУД-3 голосовой трафик фильтруется ключевых слов. Вообще весь, но... Я имею в виду тот случай, когда прослушивается не по ключевым словам, а просто директор все, что ты скажешь. Угу. А можно пояснить по ключевым словам? То есть имеется в виду, что еще дошифрование как-то по какому-то поиску слов или что-нибудь?
сможешь слезать. Как они знают при наличии шифрования ключевое слово? Да. Потому что сон стоит у провайдера. Потому что шифрование происходит на том этапе, когда ваш голос приходит к провайдеру. SOAR подслеживает только ключевые слова, потому что отслеживает весь льющийся на него поток голосовой информации, он технически не может, никаких кластеров не хватит. А что он сделал с этими ключевыми словами? После каждого теракта куча людей говорит друг другу по телефону о том, что взорвалась бомба. Значит, смотрите, в чем дело. По поводу ключевых слов. Оператор сотовой связи с ключевыми словами делает то, что от него потребуется. То есть сам по себе он не будет делать ничего. Он не будет после, сотрудники МТС не прибегут с охапкой жестких дисков в приемную ФСБ сразу же после случившегося взрыва. Ну, почему-то не прибежали, насколько я знаю. Это все осуществляется по целевым запросам. Что уж там придумают авторы этих целевых запросов, мне неизвестно, я все-таки не работаю в этих организациях. Просто возможность это этого всего, но можно использовать другие слова. Это было бы очень полезно. Так и делаем. Вот. Ну и кроме того, миллионы людей говорят это самое одно и то же слово. Ну вообще, есть мнение, что эти СОМы в последнее время вполне себе самообучаются. Да, есть мнение, что все-таки там логика чуть сложнее, чем вхождение по одному слову. Ну хорошо, говорил. Для смертников это не работает, кстати, против смертников. Кстати, вот это вообще важно понимать, вся эта хрень не работает против смертников. С учетом того, что рвутся обычно. Я подозреваю, что... Обычно взрывает дома. Да. Так, давайте ближе к делу. Я все-таки, наверное, закончу. Значит, пока у нас не является... Еще раз, не является каким-то законом использование никаких средств типа Tor, VPN, трекеров и прочего. Можно совершить незаконное действие с использованием данных средств. Само использование доказывать будет то, что вы совершили незаконное действие. То, что действие совершалось, то, что совершили его вы. Само использование всяких странных протоколов с трех и большего числа букв пока что у нас законом не является. Вроде были какие-то потуги это дело запретить просто на Кармену, но, видимо, какая-то экспертная комиссия объяснила, что это невозможно контролировать исполнение этого закона от слова никак. Дальше. Последнее, о чем, наверное, надо говорить, это, собственно говоря, эти самые информационные ресурсы, в которых вы совершаете свою общественную активность в интернете в том или ином виде. Опять же, то, что я рассказывал, если у вас в заголовке этого самого информационного ресурса вместо 4 букв HTTP, с 5 букв стоит 4 HTTP, лучше вообще не совершать этот ресурс ничего. Не передавать с помощью него свои персональные данные, не публиковать художественные произведения, которые могут трактоваться двусмысленно. Прежде всего, потому что без этого такой ресурс, скорее всего, очень неумный человек, если не напрямую занимается тем, что собирает информацию о вас и торгует ей. Напоминаю, информация о вас в современном интернете является товаром, который очень многие вполне легальных основаниях продают опытом, кому надо. Да, про канал связи еще. Есть такая штука, называется открытые сети Wi-Fi. Как вы понимаете, пользоваться ими можно только в том случае, если вы через них присылаете фотографии котиков. Желательно держать как авторского права. И не чтобы там не содержались на жестокое обращение живых. Были прецеденты? Что? Были прецеденты? Чего? Когда открытые сети, доводили до уголовных дел. А еще повторяю, уголовные... мы не знаем, что именно доводило до уголовных дел, потому что уголовное дело совершается по факту правонарушения, не по факту использования открытых, закрытых, прочих сетей. Поскольку...
возможность читать. Там, там я не припомню, громких уголовных дел на эту тему. А вот всякое, там, всякое изготовление порнографии, например, распространение порнографии, запросто берет. Далее, сейчас расскажу еще одну интересную историю. Есть у нас не такой мальчик сегодня, не пришедший, сюда хотя собиравшийся вроде бы, который, например, открыл у себя дома открытую Wi-Fi сетку и вслед за роутером поставил волшебный компьютер, который сохранял все, все, что через него питалось, включая, например, например, ваш пароль, то, где вы там авторизуетесь. Включая, например, там, потенциально вашу электронную подпись, которую вы там, не знаю, подписали что-нибудь об услугах, и что-нибудь еще. Штука называется, по-моему, снифером. Тоже запросто. Почему? Потому что если вы подключаетесь через там, закрытую Wi-Fi сеть, то, в принципе, то ваш трафик, которым вы обмениваетесь от вашего Wi-Fi карточки в ноутбучке до Wi-Fi роутера, который возьмет по доступу к этой сети, шифруется. Иначе. Это легко определить даже вот активность вот этой вот открытой сети, когда ты сходил в торговую центр первой жизни, воспользовался Wi-Fi, у меня ситуация была, и торговый центр 5 озер рекомендация, когда я подключился к Wi-Fi один раз, а потом мне в течение полугода, наверное, вот весь контакт просто таргетированной рекламой был завален 5 озер, 5 озер. Сейчас повторяю, информация о вас является товаром, который, скорее всего, провайдер дающий. Да. Провайдер, продающий. Собственно, Добру, может быть, известный вам всем провайдер, недавно на одной из конференций говорил, мы внедряем новое направление, которое приносит нашей компании деньги за счет того, что поставив кучу точек публичного Wi-Fi по всей стране, мы торгуем информацией легально, разумеется, нарушая 152 ФЗ, легальная информация о наших пользователях, будет их этим сервисом. Да, они. Я замечу, что закрытым является конкретно тот, тот Wi-Fi, у которого написано, что у которого стоит замочек, и у которого написано, что он защищен протоколом WPA2. А вот просто Wi-Fi, который вы открыли в открытую лесть, и где-то там на какой-то странице должны ввести ваш логин и пароль, чтобы получить доступ в интернет, это все равно филиал открытого Wi-Fi. Да, буквально. Вернемся к нашим любимым информационным ресурсам. Как я уже говорил, информационный ресурс, доступ к которому вы получаете приложение на ваш смартфон, знает о вас много всего интересного. Кому больше интересно, там, в отношении того же клиента ВКонтакте, по-моему, чуть ли не там, первой строкой в Гугле выдается подробная дешифровка того, что клиент ВК передает на сервис докучить запросом от тех, кто им пользуется. Ну, я, например, по определенному пользователю, потому что я не занимаюсь какой-то нелегальной деятельностью. А во-вторых, потому что я так и думаю. Вот. Если меня начнет это беспокоить, я его снесу нахрен. Или... А чем пользоваться? Пользоваться либо версией через браузер, либо версией через... А, что касается еще программ на компьютере, очень рекомендуется там, где у вас действительно что-нибудь ценно важное, конфиденциальное, и откуда вы по каким-то причинам вынуждены браузер ходить в интернет, я не знаю, стихи на сайте публиковать, еще что-нибудь, делать это через там браузер типа Firefox, в котором есть полезные модули. Один называется NoScript, а второй называется, по-моему, сейчас это то ли Block Origin, то ли что-то такое, забыл название, потом пишу. Который отсекает любую постороннюю незапрошенную активность, которую тот или иной сайт пытается у вас попросить. Ну, например, там, вот вы зашли на сайт Википедии, а давайте я попробую подтянуть картинки с другого ресурса, с Wikimedia той же, вас спросив об этом. Ну, понятно, что могут быть более неприятные примеры. Могут быть не картинки, а, например, исполняемые программы. Запросто может сказать, что тот 33-й сайт, который он подтягивает, оказывается тоже. Кажется, что это слово.
100-500 примеров, когда люди по-быстрому бацают свой бложек на каком-нибудь продушек. Движки типа WordPress 4-летней давности. В нем подключают к себе какие-нибудь там средства поисковой оптимизации, накрутки трафика или накрутки, взятые где-нибудь на чудной интернет-помоечке. Все это радостно через неделю ломается, и дальше сайт отдает своим пользователям что-нибудь очень невкусное. Ну, типа того же майнера. Или просто откровенно хватает информацию, передаваемую вами при регистрации в открытом виде, там, типа ваших дней рождения, почтовых адресов и прочего, и раз такую и все, отправляет отзыв с памятом. Какой вывод из этого всего можно сделать? Ну, так это используйте те информационные ресурсы, которые сделаны грамотно в плане с людьми, которые используют протокол HTTPS или какие-нибудь другие протоколы для обмена данными. Средства для инстанс-сообщений старайтесь использовать те, которые, опять же, делают в своей жизни какое-то шифрование, которое передает как минимум пароль на нешифрованном виде, там, почивший бозе XMPP. Желательно те, которые разрабатываются в комьюнити, то есть не принадлежат какому-то отдельному владельцу, с поддержкой которого все эти данные могут радостно быть слиты любым недобросовестным админом. Это было, по-моему, даже за Google. Я обещал про ценный контент анализ. Отдельно продвинешь. Что касается, во-первых, если вас спрашивают пароль чему-то ценному, никто не угрожает применить средства физического воздействия. Это, конечно, очень большая проблема, которой, скорее всего, должен не какой-нибудь безопасник, а какой-нибудь психотерапевт. Потому что, по большому счету, никто не знает, как при этом поступить. Может быть, вам там хватит ума, например, если у вас есть левый аккаунт ВКонтакте, где у вас там котики, что-нибудь еще назвать его. Вот. Может быть, если, например, возможность сбросить пароль есть у кого-то там, ваших близких родственников, которые знают то, что вас уже везут в лес, выбивать из вас незаконными методами эти данные, могут, так сказать, их сбросить. Если такие же данные ценнее, чем ваши почки и другие части тела. Ну, разумеется, можно в дальнейшем сказать, что все эти данные получены от вас незаконными способами. Теоретически тогда это не будет работать, если какая-то с вашей. А может быть. У нас слишком мало прецедентов, когда дела, связанные с тем, что там, пароли от телефонов выбивались и так далее, прошли в суд и получили какой-то судебный результат, чтобы составить какую-то более-менее внятную аналитику по. Вообще на показаниях выбитых, даже со свидетелей, очень много скрытых. Возникает интересный вопрос. Если в отношении вас применяются незаконные методы выяснения информации, какой хрен этим людям ваш пароль телефона? Не проще от вас получить сердечное признание сразу? Ну, во-первых, пароль телефона можно использовать для контр-игры. Ну вот из известных случаев, несколько лет назад антифашисты случайно в драке убили кавказцев. Это был большой позор, но по-моему, насколько я знаю, обычно из анархических пабликов, обычно в отношении их не парятся, тупо выбивают признательные показания, и как бы некоторые судебные органы, и не одобряют такой практики, никто, допустим, здесь не одобряет,
закрывают глаза на факт выбивания этих показаний, и люди спокойненько отправляются себе в источник отдалённый. Я стесняюсь спросить, а подошли 3 грамма кокаина в пакетике давно отменили? Что? Вы так дискутируете, а подошли 3 грамма кокаина в пакетике давно отменили? Не за убийство исполнили? Отменить не отменили, но почта... Но учитывая процедуру оформления, на, условно говоря, если тебе подбросят какие-нибудь, если тебе подбросили какие-нибудь провинциальные менты, и у тебя каким-то образом комьюнити нашла хорошего адвоката, скорее всего, на нарушениях совершенно определенных подбросов, в суде этот пакетик зазугивается. Я видел британскую статистику о том, короче говоря, картинчик со статистикой, сколько было дел, на которых фигурировал объем, нужный для того, чтобы вот не минимальный, а за хранение. До какого-то определенного исторического периода, момента, там, в прошлом году или позапрошлом, вот порог перехода, короче говоря, выкидали столько, чтобы был этот порог. Статистика отражала тенденцию того, что много людей принято именно не с минимального, а со среднего. Повторюсь еще раз. Но это было такое. Насколько так это. Конечно, в итоге все уходит, упирается в бюджет. Есть возможность воспользоваться качественным наказанием? Количество людей, которые грамотно могут подбросить вещества. Отдельно взятому тебе, в системе ГУВД России, точнее города Санкт-Петербурга, недостаточно велико, и твои шансы встретиться именно с ними достаточно малы. Если, конечно, эти люди не вышли на тебя сознательно, а в таком случае эти подброшенные вещества будут твои наименьшие проблемы. Да. В самом крайнем случае тебе их могут подкинуть с целью того, чтобы устроить где-то месяц-два-три арест, во время которого тебя накопать что-нибудь более интересное для суда. Да, еще такая вещь называется двухфакторная авторизация. В последнее время очень часто применяется, в том числе в социальных сетях и где-то еще, рекомендую ее использовать. Сейчас, Макс. Ты двухфакторку по смс-кам не путаешь? Мне нравится гугловская схема, когда просто видя попытку входа в твою учетку с того места, с которого раньше она не осуществлялась, или с просто каких-то левого набора условий, там, не та страна, не тот город, не та операционная система и браузер, Тор, тот же пресловутый, все что угодно. Во-первых, дайте возможность это быстренько пресечь, или же требует от входящего каких-то еще подтверждений того, что он это ты. А вот Facebook сейчас у меня... Контакт тоже стал делать. Да, Facebook требует пароль мне сразу просто. Поменяйте пароль, просто была ситуация с... Вход на страницу с американской какой-то геолокации, не иначе как Госдеп. Вот. И там сразу просто меняйте пароль, просто вот сходу. И, по-моему, там даже уровня не было, я поменял все. Вот такой еще не был. Повторюсь, да, кстати. Я про пароль не могу сказать. У многих людей возникает проблема, что делать с паролем. Придумаешь простой пароль, вскроют, придумаешь сложный пароль, забудешь, хранишь где-нибудь, либо бумажку продолбаешь, либо бумажку найдут, и так далее. Еще в 90-е годы, я вспомнил, в 4-м, мне попалась смешная древняя книжечка, перевод был, про там модем, электронную почту и прочие интересные вещи, как тогда еще. Очень, очень интересная, но тогда еще не совсем доступная. Где была цена простая, в принципе, актуальна на нынешний момент методика изобретения пароля. Да, сколько нужно пароль? Пароли обычному человеку нужно помнить в пределах десятков. Это не очень много и не очень мало. Бесполезно придумать каждой помойке, в которой вы что-то делаете,
какой-нибудь уникальный, безумно уникальный пароль, но полезно придумывать уникальные пароли, например, к вашим банк-клиентам. К электронной почте, естественно, не обсуждается. К резервной электронной почте тоже не обсуждается. К учеткам в социальных сетях, типа, там, не знаю, Facebook или ВКонтакте. Почему? Потому что на тех же телефонах многие сайты используют возможность вашей сквозной авторизации. То есть через человек, взломавший ваш пароль, например, пишет на Гугле, может еще до кучи взломать вас много всего интересного. Ну и просто тем, по тому же самому методу, по которому ваши персональные данные продаются в интернете оптом, это все убирайте. Поэтому вот сколько паролей должно быть уникально. Раньше была смешная методика, берется русское слово и типа вбивается русскими буквами на латинской клавиатуре. Люди, которые нафигачили так десяток паролей, в мире сенсорных клавиатур чувствуют себя крайне неуютно. Что можно с этим делать? Например, берете какой-либо текст, который вы точно помните наизусть. Можно стихотворный, например. Например, там, не знаю. И словосочетание «союз» и «стручка с листом бумаги». Первая строчка «интернационал». Да, кстати, тоже вариант. Сейчас реализую. У тебя небольшой листок? Нет, очень маленький. Просто дальше передайте по ряду. Расширенность презентации. Не видел ни особого смысла. Спасибо. Как там у нас было? Вставай, проклятие, заклеймённый. Весь мир голодных и рабов кипит, наш разум возмущённый и в смертный бой идти готов. Вот. Из этого получается вообще безумно безопасный пароль, который вы скорее всего. Как мы установимся? Я думал, это только шапка. Который, скорее всего, вы вряд ли забудете и. Который, как ни странно, достаточно сложен для Пандора. Аж можно сказать. Берется большая буква. Собственно, берутся первые буквы от каждого слова в тексте. Начало строфы делается заглавной буквой. В конце строфы ставится цифра там, с номером строфы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Можно считать знаки препинания тоже в конце строф. Я даже использую, ну я не использую интернационал, но я использую, например, даже половину строк для рабочих паролей, которые мне нужно, в общем-то, менять, например, раз в две недели. Я, в общем, могу там перебрать любой известный мне репертуар там, классиков русской поэзии, авторской песни. Мы можем узнать многие пароли. Отлично, у меня в плейлисте всего лишь 1000 чем-то треков. Я думаю, что в принципе за жизнь аудитория даже сможет попробовать что-нибудь подобрать. А главная ситуация в том, что раз в год можно еще менять, просто меняя либо исходный текст. Либо исходный текст, либо, например, там, я не знаю, просто переходя от строфы к строфе. Ну, то есть с того же интернационала можно сбить либо, соответственно, 8 даже, 6 или 3 пароля, или там один пароль, который можно два раза поменять, ну, в общем, вариативность сугубо на свой вкус и цвет. Можно брать вторую букву в каждом слове. Есть еще такая интересная вещь, называется сервис хранения паролей.
ими можно и нужно пользоваться, например, для входа на всяческие сетевые помойки низкой степени критичности. То есть я думаю, что если там, например, мне взломают учетную запись от 34-го форума обсуждения фотожелезок, на котором я регистрировался там один раз в жизни, чтобы посмотреть вложенные фотографии с объектива там, фирмы Fuji, я, наверное, как-то пережил печальку. Вот. Еще есть такой интересный сайт, называется BugMeNot. Я напишу потом. Там у нас будет готовое видео, например. В котором специально хранятся левые учетные записи от кучи сайтов, форумов и прочих помоек, которые вы можете залогиниться, если ничего не заблокировали. И там прочитать, что нужно, если скачать 3,5 файлика, которые вам нужно. Не поля свои персональные данные, включая там адрес электронной почты, например. Владельцам этих сайтов. То есть, ну, я думаю, что он такой не единственный. В смысле, он помогает регистрироваться? Какая его функционал? Нет. Он уже дает себе учетную запись, зарегистрирован по этому без привязки к твоей электронной почте. Или номер. Отдельным пунктом являются сайты, которые сейчас хотят регистрироваться по номеру смартфона. Если вы имеете на поиске, ну, заведите себе какую-нибудь помощную симку, кнопочный телефон за 500 рублей в переходе. Это отличное решение многих ваших проблем. Главное... Вообще, очень-очень нужны инструкции по безопасному интернету для чайников, а также для совсем чайников, для даже не чайников. Значит так, любите безопасный интернет, любите и книжки читать. В частности, я, может быть, как раз покидаю немножко ссылок к видеозаписи данного доклада с нормальными статьями по VPN, с нормальными статьями по Тору, понятно. Ну, просто действительно там что-то делать на уровне инструкции с кучей картинок. Вообще человеку, не обладающему каким-то высоким уровнем компьютерной грамотности, на самом деле можно соблюдать там несколько основных правил. Не совершать странные активности в публичных сервисах типа ВКонтакте, не репостить какому-нибудь того, что потенциально ценится как статья 280, часть 2 и другие сопутствующие. Типа призывы к террористическим актам. Я не знаю. Публиковать эти призывы на сайте клуба любителей научной фантастики. Или, например, один раз попросить вашего коллегу по некоммерческой общественной организации, в которой, возможно, состоите, более технически грамотно о том, чтобы он вам это дело настроил. Скорее всего, озадачить эту организацию тем, что у вас появились ресурсы, которые больше соответствуют рекомендациям по безопасности, чем была у вас такая одна революционная организация, которая информацию об акциях постила в личных сообщениях ВКонтакте. Кончалось там, что как правило, этих акций как видите. Возможно, правда, это был хитрый план, я не знаю. Но было смешно. Вот у них регресс информационной безопасности закрыли. И привел, кажется, ничего, они пришли. Потом, по-моему, пришли в Facebook. Решил, что это их спасет. Ну, по статистике сделали, потому что сильно очень большое различие между там контактами, 95%. На самом деле, потом вроде бы эта организация нашла 3 стукачей. Смотрите, в чем дело, что касается сообщений в Фейсбуке. Фейсбук, скорее, в случае какой-то нездоровой активности, связанной с вашим сообщением, грузит там чертую мать или учетную запись, сотрет все это дело. Моментарный отдаст? Что? Моментарный отдаст?
Или наоборот? Ментам, скорее всего, ну, ментам, если там, ВД России, скорее всего, не отдаст. Причине того, что с какого хрена я, извините, буду делать что-то, что не очень соответствует моим terms of service в отношении запросов из республики Пуановая Гвинея. Извините, для... поскольку Facebook не делает лицензии на России, вот, другое дело, если на вас там отправили запрос, например, Интерпол с какими-то такими вот каналами, запросили в Facebook, там немножко другая история. Поскольку обычно все заморачивают на эту тему нет, если вы не фигурат какой-нибудь очень серьезный уголовщик. Ну, вот, скорее всего, кончится тем. Ну, то есть там, по-моему, Хальдера, например, известного многим, блокировали, зарезали в Фейсбуке просто вот. Практически не зашло. То есть, что касается ВКонтактика, там все немножко по-другому, потому что ВКонтакте принадлежит группе Mail.ru. Группа Mail.ru — это вообще очень странная организация, которые, так, не словно сказал про микрофон телеграммов, да? А, ну, я думаю, что, в принципе, какие-то микрофон телеграммов все здесь примерно знают. Вот. По-моему, сейчас представляю, возможно, дается сам клиент телеграмма, крайне для мобильных устройств. Зато есть интерес, был бы интересный инсайт, что вся эта история с Роскомнадзором — это конкретно заказ от группы Mail.ru, который, помимо всего прочего, является владельцем кучи-кучи популярных мессенджеров. И одним из крупнейших агрегаторов и сливальщиков данных о своих пользователях. ВКонтакте принадлежит. Первые дни блокировки телеграмма в качестве шутки ходило общение вместо чатика телеграмма в Google таблицах, в чем-нибудь еще, ну, таком малотеоретически предназначенном, но возможно. Кроме того, есть масса малопопулярных сервисов, которые вроде бы не смотрят, есть игровые сервисы, есть всякие регины, на которых вообще подростки сидят, есть группы для знакомств, включая гей-знакомства. В принципе, если очень захочется что-то секретное пообсуждать, это вариант или это не выйдет? Если захочется обсуждать что-то секретное, ну, во-первых, да, у нас есть, не берите для этого очень старые интернет-ресурсы, потому что где-то из них, например, ваш логин с паролем, может, еще гулять в этом виде, и тогда не переключены за сайт. Есть такие. Не буду. Ну, был, например, долгое время такой сервис микроблога, назывался Джунг, в котором не было HTTPS. То есть, если ты... Что еще можно? Да, в принципе, можно общаться в чем угодно, следя за тем, чтобы сведений о том, что ты общаешься в этом самом чем угодно, не было, не хранилось, например, на компьютере. Потому что если у тебя в браузере, в менеджере паролей висит 4 сайта, то, в общем, никто не мешает проверить, что ты делал на этих 4 сайтах или залогиниться там под левым ником и посмотреть на тебя со стороны. Если где-то 144 сайта, с этим могут возникнуть некоторые трудности. Надо иметь в виду еще, наверное, что есть сообщество, например, просто это первое, что мне тогда пришло, что оно моментами... Я хочу напомнить, что у нас... публикации, что у нас с электронным СМИ считается только ресурс, имеющий там от определенного количества там, не помню, посещений, участников, что-то такого. А какие-либо действия, которые ты совершаешь на сайте, не подпадающие под законы о средствах массовой информации в последней там редакции, вообще ценится совершенно. Нет, там сайт знакомств. Ну, например, сайт знакомств. И как бы содержит большие возможности. Сайт знакомств в общем случае не является средством массовой информации, потому что сайт знакомств не обязан публиковать свою переписку с тем, с кем ты знакомишься. Не, ну призывы там как бы сложно осуществлять, там можно коммуникацию осуществлять. Документы передать. Коммуникацию можно осуществлять через что угодно.
если это что, если это что угодно, например, не хранит вашу коммуникацию. Если это что угодно, например, не умеет русскоязычной техподдержки. Очень хороший способ. Еще раз повторяю, коммуникация в чем угодно вообще-то является заправным деянием. Ну, в информационной коммуникации существует такой термин, называется модель угроз. Кто-то, откуда-то, зачем-то пытается лишить меня конфиденциального доступа к моей переписке на каком-то ресурсе. Просто надо посмотреть на конкретный ресурс, почитать про него, что пишут на других информационных ресурсах, и понять, насколько это выполнимо в данном конкретном случае. То есть, да, кстати, забыл, в контексте паролей у вас 10 минут осталось. Забыл рассказать, у большинства сервисов есть такая штука, называется вопрос, кодовый вопрос для вспоминания пароля. Никогда не пользуйтесь. Пользоваться им очень плохо, потому что, скорее всего, если у вас есть технология для вспоминания пароля, вы скорее забудете этот самый кодовый вопрос, ответ на кодовый вопрос, в каком регистре вы ввели там слова, на каком языке, с какими орфографическими ошибками, потому что это, говоря семиотикой, некое обозначение чего-то существующего в реальном мире, вводя которое вы не обратите внимания на детали. Пароль – это вещь, которая не существует в реальном мире, если правильно пароль. Вы обращаете внимание на детали, когда его вводите. Поэтому все это вот с кодовыми словами – это полнейший бушит, который будет снят еще хуже. Если нас реально просят, требуют ответить на какой-нибудь ключевой вопрос, лучше убить этот вопрос самому. И лучше, если ответом на этот вопрос будет что-то тоже не имеющее привязки к материальному миру, просто то, что вы будете помнить. Ни в коем случае не пользуются, там, я не знаю, девичьими фамилиями мамы, именами домашних питомцев, прочего, потому что, ну, в общем, в целом, информация, которая скрывается на раз, большая часть взломов, которые делалась на заре там, благосферы и социальных сетей, делалась через запрос этого самого вопроса для вспоминания пароля и выполнение каких-либо еще неудобных сопутствующих действий. Типа там, не знаю, прихода электронного письма, что вы выиграли нехилую сумму, пройдите на сайте, зарегистрируйтесь. Не знаю, вам пришел промокод на скидку 50% в магазинах электроники, зарегистрируйтесь у нас на сайте. Ну и прочее. Методов сравнительно честного отъема информации у населения в настоящий момент придумано очень много. Скорее всего, если вы не являетесь профессиональным специалистом в какой-то из этих областей, так или иначе, пару раз в жизни вы на какой-нибудь из них поведетесь. Ну, просто примите это как должное и постарайтесь, чтобы внесло в наименьшую жертву. А насколько точно телефон и смартфон вообще дают твои координаты, даже без GPS? Если точность передачи координат по GPS зависит от качества передатчика GPS внезапно. Точность передаваемых координат по сотовой сети плюс-минус 10. Ну, опять же, в зависимости от того, какой модели у вас сам аппарат, насколько хорошо там откалиброван передатчик и прочего подобного. А если GPS выключить? По сотовой вышке. Все равно кажется. Что? Все равно это все определяется. Ну, плюс-минус. Там немножко, там значительно менее точно. Для проверки можно там, не знаю, сесть в машину, включить GPS в каком-нибудь старом смартфоне и запустить на нем какой-нибудь там Яндекс.Карты. Лучше 2GIS, Яндекс.Карты, это я говорил со штурманом. Яндекс.Карты, сволочь, привязывает к дорогам. На старых телефонах медленно это опознавалось, потому что там условно там, по мере прохождения включал какие-то дополнительные батарейки и включал по минимуму все эти основательные возможности.
Ну и зависит, опять же, от приема, от качества приема сигнала. Насколько я помню, убийцы Немцова взяли именно по телефону. Что взяли? Убийцы Немцова. Ну, это известная история, на самом деле. Их взяли по телефону.